Сергей Семенович Бирюзов, как и многие военачальники его поколения, родившиеся в начале века, воевать начинал в Красной армии. Прошел путь от 18-летнего добровольца до комвзвода. А потом так и пошел по военной дороге, добравшись в 1939-м до высокого звания комбрига. Уцелеть военному в те годы было очень трудно, и дело не во врагах внешних. Политические чистки косили армию быстрее пулеметов. Однако Бирюзову повезло, он уцелел. Возможно, в каком-то смысле помогла угроза предстоящей войны, которую он встретил в 41-м в должности командира 132-й стрелковой дивизии. Знал бы герой-маршал, уходя на битву с фашизмом, что уже в новом веке начнется реставрация нацистского движения, да где? На украинской земле, которую ему довелось в свое время освобождать. Бирюзов командовал войсками на Брянском и Сталинградском фронтах, участвовал в освобождении Донбасса и Крыма, воевал в Молдавии, брал Белград. И как современно, актуально звучат сейчас названия городов и регионов, которые тогда отбивали у врагов советские воины. То, что вот происходит сейчас в этом зале, это очень большое и серьезное дело, которое помогает старшему поколению, нам с вами, воспитать в молодежи уже почти утраченное чувство гордости к своему народу, к своей стране, чувство патриотизма. То есть, чтобы поднять вот этот дух, это очень много значит для страны в будущем. Бирюзов прошел всю войну и погиб спустя 20 лет после победы. Самолет, в котором был маршал и еще три десятка представителей правительственной делегации, врезался в гору неподалеку от Белграда. Герои войны и руководители партии летели на празднование 20-летия освобождения югославской столицы от фашистов. Бирюзова помнят и чтят жители воюющего Донецка. Совсем недавно, 19 октября, капсулу с рязанской родины маршала-освободителя заложили в этом городе. Очень уместно именно сейчас, на фоне всей вакханалии, которая творится на Украине, где сносятся памятники, где уничтожается память своих героев, показать, что мы чтим память таких людей, как маршал Бирюзов, сказал организатор мероприятия, режиссер Юрий Душин. Он сообщил, что на месте закладки капсулы будет памятник Бирюзову и сквер его имени. Надо добавить, что акция прошла на фоне артиллерийской канонады, доносившейся из района аэропорта. Битва за свободу Донецкой земли продолжается.